Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы едем к церкви Санта Мария делла Грация. Церковь выполнена в ломбардском стиле. В этом здании находится знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». К ней мы еще вернемся. Через стекло я снимаю дворик, на который смотрят туристы, которые ожидают своего времени, чтобы войти в здание, где находится фреска. Перед нами знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Ей 500 лет, и она разрушается. Ну а на этом все. Не забудь подписаться, поставить лайк. До новых встреч, жди новые видео.